Вот откуда у тебя акцент. Да. Фрейзер — это же не индийская фамилия. Она мамина. Ладно, поищем выход. Последний платит за ужин. У меня сухпаёк. Зануда. Фрейзер, к нам движется противник. Ну, ясно. Почешите сектор. Возможно, Росс и Фрейзер все еще здесь. Выходите, покажите! Мы знаем, что вы здесь! Дело сделано. Свободен. Теперь уж точно. Ты молодец, но с учетом обстоятельств. Каких обстоятельств? Ты импульсивна. У тебя по факту нет боевой подготовки. Носишься, как угорелая. Не усвоила пока, что значит стрелять короткими очередями. О-о-о. И еще ты надела красное, отправляясь в джунгли. Ну, серьезно. То, что на горе. А? Теперь понятно, зачем Асав убили. Я думала, он просто хочет денег, как мы. С бивнем в руках он поведет за собой людей, сунет его властям под нос. То есть, как всегда. Такое уже было? Много раз, с тех пор, как юный король проиграл Персу. Кто только не пытался захватить Бивень и эти земли. А я-то думала, у нас охота за сокровищем. Так и есть. На войны пусть тратят время люди вроде Асава, а не мы. Ну, на войны я немало времени потратила. Да, но ты же делала это за деньги. Как правило. А когда работала на Асава? Какие там деньги? Едва издержки покрыли. А, зачем ты это делала? Работала на репутацию. Пришлось начинать с самых низов. Да уж, ниже только дно. Красиво здесь. Ты первый раз в Индии? Да. В нашей работе мало преимуществ. Путешествие одно из немногих. Где ты бывала? Спроси, где я не бывала. Я-то спрошу, ты ответь. Ну, я не была в Штатах. Правда? Ну, я охочусь за старыми штуками. А Штатам каких-то 300 лет. Ну да. А ты? Где бы ты хотела побывать? В Исландии. Хороший выбор. Там красиво. Там тихо и чисто. Хочу увидеть северное сияние. Да, оно стоит того. Поезжай туда, когда мы тут закончим. Когда-нибудь. Пока у меня хватает более срочных дел. Осторожно, повстанцы могут быть уже там.
Еще раз. С чувством. Эй, смотри, топор Шивы. Как хорошо, что я полазила по той башне. Это бог разрушения, да? Да, но не в том смысле, в каком ты думаешь. То есть не бомбы и взрывы? О, точно нет. Не за что. Ну, пошли. А, Сала против тигра? Не очень честный поединок. Вообще-то Сала победил. Он защищал своего гуру, убил зверя одним ударом. Отсюда и название Хайсала. Хой на их языке значит удар. Ох, сегодня я узнала что-то новое. Потом будет экзамен. Да, прыгай, вода хорошая. Ну, в смысле, только пить не вздумай. Так, что дальше? А, весь комплекс затопило. Давай искать выход. Они снарягу бросили. Это пригодится. Поправочка. Нашу снарягу. Нам тут, знаешь ли, не дадут. Тебе конец!
оттуда. Я тебя вижу. Ну ничего. Хорошо. Пойдем дальше. Ого. Что это такое? Думаю, скоро выясним. Посмотрим, что эта штука делает. Статуя сдвинулась. Ну, попробуем пройти. Чтоб не провалиться. Иди сюда. Да что ж такое? Три статуи и два символа. Звезда и кольца. Знаки солнца. Но ты продолжай. Еле отскочила. Я так и думала, что будет еще одна. Как ты догадалась? Бог любит троицу. Да? Увидишь? Так близко? Свежий воздух. Теперь топор. Ну, что такое? Так нечестно. Шива. Давай, надо уже с этим заканчивать. Хорошо. Черт! Видишь, это рискованно. Больно. Ну, достоинство. Ну вот. Да будет вода. И теперь три. Знаешь, а у тебя неплохо получается. Быстро учусь.
один вопрос. Ведь ты могла бы заниматься чем захочешь. Зачем пытаться вернуть компанию? Ты серьезно? Мой партнер меня подло предал. Мой помощник удрал с деньгами. Дрейки сухими вышли из воды, а ты спрашиваешь, зачем мне моя компания? Да. Я допустила. Я все это допустила. А что за хрень ты все в руках вертишь? Игрушка от нервов. Она пришла по почте на наш австралийский адрес. Короче, нам пора идти, пока Сав не обогнал. Конечно, у меня не раз бывали неудачи. А что делать? Поднимаешь себя за шкирку и идешь дальше. Я не люблю неудачи. А кто их любит? Пойдем к машине. Ну, срежем путь. Хорошо, что назад не тем же путем. Ты бы у меня побегала от топоров. Если хочешь поискать где-нибудь в другом месте, сейчас самое время. Ну да. Слушай, так или иначе, именно твоя репутация обеспечила тебе эту работенку. Да и деньги тебе наверняка нужны. Это да. Если честно, очень приятно для разнообразия поработать с женщиной. И не говори. Нас мало в бизнесе. Ну, один торговец оружием хотел пообщаться с главным. А узнав, что главный — это я, решил все отменить. Ага. И ты что? Ноги ему сломала. Ух ты! Погоди, ты не шутишь? Я просто вношу ясность. Ух ты, Рос, это босс. Это просится на визитке. А ты не можешь просто уйти, продать компанию? Я в этом всю жизнь. У меня нет выбора. Да ладно. Выбор всегда есть. Вот так. Идешь? Да, иду. Как красиво. Сколько времени могло уйти на такую работу? Годы. Десятилетия. Хайсельские каменотесы были мастерами. И военачальники тоже. Ну да. Наверное, это сделано в память о победах над персами. А они были сильны. Это да. Но недолго. Ну, тем хуже для них, да? Знакомый рисунок. Этот рисунок совпадает с тем, что на диске. И что это значит? Не могу сказать. Но, наверное, стоит попробовать.
Станцуем? Хоть этот не сломай. Зерзко. Что это? Вот это неплохо. Такого я не ожидала. Готова? Да. Просто залюбовалась. Вот и центр Халибиду. Последнее место хранения бивня Ганеши. Красиво. Что? Что-то я не вижу между двумя статуями Ганеши никакой дамбы. Водопады размыли. Как туда попасть? Погоди. Да, корона. Это не от ветра. Ты права. Это была сторожевая башня? Здесь и вошли персы. Я об этом городе так много слышала. И вот вижу его своими глазами. Сфотографируй. Отправишь отцу. Это мысль. Что, он не умеет пользоваться интернетом? Ну так напечатаешь и лично покажешь. Этот поезд ушел больше 20 лет назад. Слушай, о, нет, нет, ничего, ничего. Ну что, Халибиду ждет? Да, идем.